Сергей Викторович, начальник отдела дознания, отдела полиции номер 3, МВД России по городу Мурманску. Сергей Викторович, давайте как, я сначала расскажу. Давайте, конечно. А потом вы, просто я так понимаю, все равно уже какую-то информацию владеете, как-то ждали нас. Я думаю, что тут вопрос... Мне передали, что вы записались на 12 часов, я поэтому учет взял. А вы вообще вопросом владеете, по которому мы пришли? Да, в целом владею. Угу. Ну, если очень коротко, у нас в городе Мурманске есть некие товарищи, которые занимаются, буду говорить с оговоркой, по моему мнению, мошенничеством. В чем это заключается? Некие, скажем так, люди проходят курсы трехдневные о том, каким образом обманывать людей. Предположительно, по имеющейся у нас информации, это происходит на Егорова 13. То есть там есть некая контора, которая по объявлениям на Авито приглашает, так сказать, будущих мастеров по ремонту бытовой техники крупной, соответственно, проводит обучение в течение 3 дней. Основное, чему они обучают, как втираться в доверие и что делать, чтобы, так сказать, людей опускать на деньги. Как это происходит? То есть, ну, заключается в том, чтобы создавать видимость ремонта, снимать какую-то дорогостоящую запчасть, чтобы как бы человек потом в дальнейшем не мог куда-либо в другое место обратиться за ремонтом. То есть он был привязан. А дальше они уже под предлогом, что они якобы отремонтировали эту запчасть, вымогают достаточно крупную сумму денег. Хотя они снимают заведомо исправную запчасть. То есть тот человек, который прошел эти трехдневные курсы, он не мастер, он не понимает. То есть он никакие ремонтные работы не оказывает. Себя заявляет как самозанятый. То есть не представитель организации, который его обучал вот эти 3 дня. Ну никак. То есть вот он... как-то говорит, что покупает некие заявки, то есть моя доверительница, допустим, по объявлению на Авито нашла, ну, кто оказывает услуги, позвонила по телефону и пришел, предположим, вот этот мастер. Из разговора становится ясно, что этот мастер якобы эти заказы как-то покупает. Ну понятно, что он это все обманывает, это как его фамилия? Галимов. Галимов, да, потому что у него это через слово вранье идет. Соответственно, он пришел в первый день, посмотрел, оценил обстановку, что девушка там молодая, не знает, все. На следующий день пришел уже другой человек от его имени, скажем так, без согласования снял запчасть, после чего, ну... Я правильно понимаю, да? Сергей, ну фамилию не будем называть, да? Да, Сергей. Пришел в первый день. Провел диагностику не проводил холодильника. Диагностику. Они посмотрели на холодильник, увидели, что он заморожен внизу, и сказали, что подойдут завтра. Uh-huh. В следующий день подошел вот этот второй Недосекин, Илья. Да, Илья, uh-huh. Посмотрел, что там до сих пор все еще заморожено, и снял, ну то есть он попытался ящик этот внизу в морозилке вытащить. Не помню, то ли в этот день, то ли на следующий уже. В общем, суть в том, что ничего они не диагностировали, потому что сам тен был переморожен, он был во льду. То есть вот этот цикл разморозки, который не успел проходить, он не давал возможности, в принципе, ну, что-то там увидеть. Я и так понимаю, просто... извините, я понял. Mm-hmm. Они сняли этот модуль управления, да. Посчитав, что он в неисправном состоянии. Да. Нет, он утвердительно сказал, что все это из-за модуля. Я его снимаю, угу. И ввожу на диагностику. Ну, они специалисты, им виднее, видимо. Нет, он не специалист. Хорошо. Вопрос. У вас заключение эксперта есть о том, что ваш модуль управления был в исправном состоянии? Давайте я дальше. Ну, заключение специалиста же должно же быть. Мы же с вами... Вы специалист в холодильниках? Нет, я нет. Специалист вы... потом, после уже мы не специалисты. Какой, а где у вас заключение, что специалист осмотрел холодильник? В материале проверки этого ничего нет. Ну, у них нет ничего. Ну, потому что вы ничего и не запрашивали. Вы отказ дали и все, и послали. А пока ну, вы меня посылали 2 месяца, ну, вы же вы имеете право управления. В рамках материала проверки приобщить это заявление. Вы видели видео, как мы до вас достукиваемся вообще? Вы просто такие абсурдные пишете, вещи сейчас мне не говорите. Вы просто пишете все время только жалобы, ходатайства. Так вы бы приобщили это заключение к вот этому материалу проверки. Это да, делается просто. Вы пишете ходатайство. Да, все вам отправил на то, чтобы вы снова вот это вот все прокурор? Сделали. Ну, да, у меня нет юридического образования, поэтому... Давайте я с вами о фундаментах свайных поговорю. Вряд ли у нас будет общий покупатель. Смотрите, наша задача
Подать заявление. У меня, смотрите, вопрос вашей консультации. Вот я смотрю, почему по КУСП 24575 не возбудили уголовное дело. Да? Ну вот это вопрос, который на прием граждан. Просто немножко я вам суть не изложил, давайте я все-таки продолжу. Раз мы затронули уже какие-то моменты, то я вам так скажу, что мы уже провели целое расследование за ваших, скажем так, участковых. То есть мы ознакомились с теми объяснениями, которые давал Галимов. Там, сразу скажу, вранье. У нас этому есть доказательства, как беседа с ним, которая фиксировалась и на видео, и на аудио. Беседа с тем мастером, которому якобы он отдал нашу запчасть на ремонт, что, ну, в объяснениях он указал, что не соответствует действительности, что он потом признал, и сам мастер подтвердил, что никаких запчастей он не передавал. Все это рассказывает, а копию сделаю, чтобы приобщить к материалу. Да, конечно. У вас копии нет самой случае? Нет. То есть, понимаете, есть конкретные факты вранья, и получается, что вы отказываете возбуждение уголовного дела только по факту, якобы со слов этого товарища, который говорит, что есть какие-то гражданско-правовые отношения, но при этом никаких доказательств, подтверждающих, что есть договорные отношения, потому что мой доверитель утверждает, и не верить ему оснований нету. То есть с него никаких объяснений не брались. Но в заявлении он указывал, что никакой договоренности о ремонте этой платы не было. Понимаете? Ну подождите, при вас же снимали эту плату. Для чего нет, ее снимали? Нет, он снимал ее без меня. Я а где вы были? Ну подожди, вы находились в квартире в этот момент. Он у вас снимает деталь, он носит. Вы же это все видите? Нет, он прошел на кухню, а я быстро прошла к детям спросить, как он у вас украл эту деталь из холодильника? Ну по факту да, я захожу на кухню, она у него в руках. Я говорю, вы зачем ее сняли? Он мне говорит, так это в ней вся проблема. Я говорю, вы в смысле, говорю, в ней вся проблема? Холодильник-то работал, просто не холодил. Ну смотрите, получается, вы нам говорите одно, он нам говорит другое. Именно так и получается, и как, да. И как в такой ситуации сходить? Вот вы юрист. Я вам объясняю, как возбуждается уголовное дело, же и берутся показания по ответственности за две наложенные показания и так далее. Проводятся уже следственные действия. Вот правильно вы говорите, я вам объясняю, как с юридической точки зрения. Материалы проверки собираются только для того, чтобы возбудить уголовное дело, если нет сведений, дающих основания для возбуждения. Понимаете, повод есть, заявление есть. Теперь для того, чтобы были основания, должны быть сведения достаточные. Вот нашего заявления достаточно. Мы вам говорим, что да, человек, группа лиц, явно по предварительному сговору, похитили данную плату, и до сих пор мы ее не можем получить ни в каком виде. Но эти слова же должны чем-то быть прикреплены. В смысле, чем человек забрал плату, он не отрицает, в объяснениях это есть, у нас есть аудио, видео, доказательства. Вы же получили копию отказного, ну, постановления об отказе. Оно отменено, это постановление. Вы прочитали, что там? Прочитали. Ну, там есть показания гражданина Галимова? Так мы уже вам говорим, что они недостоверные показания. После того, как мы вот эти показания узнали, мы сходили в эту мастерскую на Шмидта 17, переговорили с мастером. Мастером нам все под видеозапись сказал, что вот это вранье. Он рассказал про то, как обучает этих мошенников и тому подобное. Понимаете, я же вам вот это откуда говорю? Не с потолка вот эти сведения про курсы, про адрес. Про то, что он запчасть не сдавал, а в объяснениях написал, что и сдавал. Я ему потом звонил по телефону, ему предлагал по-хорошему, по-мирному вернуть запчасть. Он попытался обманным путем, так сказать, подкинуть эту замчасть. Это все на запись зафиксировано телефонного звонка. Когда ему предложили дождаться меня и дождаться эксперта, он резко испарился. Человек отказывается передать свои паспортные данные, там, ИНН сообщить. Если он говорит, что у него заключен договор, он не имеет права этого скрывать. Мы не можем к нему иск на него подать, даже в гражданском правовом порядке. Вы поймите, что на данный момент, получается, он похитил это имущество, эту плату. Эта плата стоит дорого. Подождите, а что вам мешает подать гражданский иск? Я вот не понимаю. А вот я вам и расскажу тебе, потому что вот эти два месяца, о которых мы бьемся, нам мешает то, что мы не можем получить данные из материалов проверки о том, но кто смотрите, это такой. Вы обращаетесь в суд с исковым заявлением в рамках материала проверки. Суд запрашивает у нас сам материал полностью. Еще раз. Мы направляем и материал, Сергей Викторович, и материал. Но эта процедура проста. Сергей Викторович, она имеет место быть. Можно я договорю? Хорошо. Я хочу вам донести, в первую очередь, вы пишете исковое заявление в суд.
ну, в данной ситуации это Первомайский районный суд. Указывайте, что вы обращались, свои претензии, исковые требования. После этого, так как УСП у вас есть, судья запрашивает у нас полностью материал проверки. Изучает его. Тут все данные, которые вам нужны, паспортные данные, ответчика вашего, все есть. Вот так вот напрямую вам не можем их предоставить. Но судья... Потому что это будет нарушение, подождите, это будет нарушение его прав. Но судье мы обязаны каких будем направить материал. Объяснить? Каких прав? Персональная защита данных. Судья запрашивает у нас материал проверки. Что вам мешает обратиться в суд? Объясните мне. Анна, давайте вы приходите к нам с заявлением, но вы можете исковое заявление подать туда. Мы не орган взыскания исковых заявлений. Какое неуважение вы проявляете? Ну какое неуважение? Мы можем возбудить уголовное дело. Сейчас я даже можно это говорить, чтобы просто договорите, только, пожалуйста, если я с вами разговариваю, не надо переходить на другого человека. Вы меня просто перебиваете. Я вас перебиваю. В настоящее время. Не вопрос, надо с Анной разговаривать. Разговаривайте со мной, с представителем. Подождите, у меня хорошо. Анна пришла, она записалась на прием. Да, а я для чего здесь нахожусь? А кто у нас заявитель? Я для чего здесь нахожусь? Он представляет мои интересы. Я с вами только могу по строительству пообщаться. Вот прям наравне с вами только по строительству. В вопросах юриспруденции я ей объясню, каким образом подается исковое заявление. И именно для этого мы здесь и находимся вдвоем. Вот, Сергей Викторович, у меня к вам большая просьба. Беседу ведите со мной, как с представителем, по юридически важным вопросам. И нам разъяснять ничего не надо, мы в этом не нуждаемся. Теперь то, что касается ознакомления с материалами, так сказать, доследственной проверки. Я вам разъясняю, вашему коллеге разъяснял, Бухарову, ссылался на разъяснение соответствующего суда по поводу персональных данных и применяется или не применяется этот закон. Я вам могу тоже разъяснить. Вы не имеете права ограничивать нас с ознакомлением с материалами доследственной проверки. Закрывать там какие-то данные и тому подобное. Более того, эта информация не является секретной, потому что в рамках, как вы говорите, что у нас есть якобы какие-то договорные отношения, мы должны знать, как минимум, в какой суд обращаться. А подсудность определяется по месту регистрации ответчика. Соответственно, мы должны знать как минимум адрес его. Для того, чтобы подать исковое заявление, мы должны указать соответствующие данные, паспорт и так далее. Все, что написано в статье 131-132 ГПК, понимаете? Есть определенные требования к исковому заявлению. То, что вы говорите, что обратите в суд. Да мы можем так сделать. Скажите, в какой суд? В какой суд? В Октябрьский, в Ленинский. Я же вам сказал, Первомайский. Почему в Первомайский? А он-то зарегистрирован, может быть... Судья запросит материал проверки, если выяснит, зачем что это не его подсудность, передаст. Да. А зачем так усложнять? А не проще нам получить информацию и сразу же обратиться что... в нужный суд? Смотрите, вы в какой раз уже приходите, чтобы получить информацию? Потому что вы препятствуете. Лично получается, что вы препятствуете, потому что вы сейчас нам говорите о том, что мы вам не дадим. Это из ваших уст сейчас звучит. Вместо того, чтобы сказать, что да, мы не правы, подчиненный не так знает законодательство, он незаконно, в частности, Панфилова незаконно вам отказала полностью ознакомиться без ограничений с персональными данными. Ну вот смотрите, на самом деле, вот вы приходите все время либо вечером, либо записываетесь на прием в выходной день. Вот на самом деле. Вы нас хотите, подождите, можно я договорю? Так а зачем такие вещи говорить? Я к чему веду разговор? Что вот условно, у меня этот материал вчера оказался совершенно случайно. Вот если бы ко мне не пришли в 3 часа, не сказали, я бы сейчас этого материала даже бы не видел, мы бы с вами вообще ни о чем не разговаривали, я бы просто вас выслушал и сказал бы, извините, я не владею информацией. И все. В настоящее время, если разговор идет о возбуждении уголовного дела. А эти люди там внизу, они вообще без вас работают все, да? Вообще какие, вот эти люди, с которыми мы общались до вашей встречи, они отдельный орган от вас? Вы как бы какие-то, чье-то руководство, вы должны быть в курсе, что происходит у людей, вот с которыми мы общались, вот эти вот маленькие людишки. Ну вы знаете, сколько материалов проверки вообще в территориальных органах внутренних дел проводится? А вы как сейчас, это помните, по интересу или по важности, или эта дура сама разберется, эта богачка сама себе. Ну начальник отдела полиции распределяет материалы. Это он, значит, вершит судьбу людей? В общем, смотрите.
Материал проверки сейчас в настоящее время отменен прокуратурой Первомайского округа. Предписывают провести нам дополнительную проверку. Возобновлен материал 13 ноября. Срок проверки 30 суток. Соответственно, они предписывают нам тут, что необходимо сделать, там, получить у вас как раз заключение специалиста, опросить коллегу, вот этого Илью, да, который снимал непосредственно модуль, опросить сотрудника технического центра, на, ну, вы указали Шмидта 17, я так понимаю, это Егорова 17, да? Нет, Шмидта 17, 17? А, хорошо. Мастер, на Шмидта 17. Они носят запчасти, которые да. снимают у людей. Соответственно, проверку будет проводить службы участковых уполномоченных. По результатам, в случае, если не будет все у них выполнено, будет принято процессуальное решение. Либо их подразделением, либо материал будет передаваться в орган дознания для принятия решения, либо предварительного следствия. Там уже в зависимости от того, что они наработают. Смотрите, пока результат такой. Смотрите, Сергей Викторович, у нас есть достаточно сведений для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ну смотрите, нам даже прокуратура, они не предписывают нам возбудить уголовное дело. Они тоже согласны с нашими доводами, что материал проверки проведен не в полном объеме. Решение, которое принято участковым уполномоченным, оно отменено. А что значит с вашими доводами? У вас есть какие-то доводы? Вы только что сказали, что прокуратура согласна с вашими доводами. Что за доводы у вас есть? Ан, можно я сейчас все-таки закончу? Все-таки Сергей Викторович должен быть юридически грамотным. Значит, есть уголовно-процессуальный кодекс. Начну сдалека, очень сдалека. Вот есть определенные требования. Так вот, для возбуждения уголовного дела достаточно повода и основания. Повод – это вот в частности подача заявления. Повод есть, заявление подано. Дальше основания. Под вопросом основания – это сведения, просто сведения. Сведения, которые делает заявитель, которые дают основания считать, что было совершено преступление. Вот если заявитель говорит, было совершено убийство, вот этого сведения, его заявления, что было совершено убийство, является основанием для возбуждения уголовного дела. Здесь не надо проводить какую-то проверку, понимаете? Все, сведений достаточно. Так вот, мы вам говорим и сообщаем, что сведения, которые мы вам сообщили, достаточно. Более того, мы вам предоставили уже экспертизу. И видео заснято, выложено в публичный доступ. И наши беседы с мастером по ремонту той бытовой техники, якобы которому Галимов сдал нашу плату, которую он не сдавал. То есть мы под видеозапись провели эту беседу, которую вы только планируете, что участковый возьмет с него объяснение. Давайте все-таки понимать разницу между доследственной проверкой и следственными действиями. Вот мастер может ерунду наговорить, вранье, понимаете? И он не несет никакую ответственность, потому что и мы можем вранье наговорить. Возбудите уголовное дело и в рамках уже следственных мероприятий проводите опрос, там, показания берите у одного, у второго, у третьего и десятого под ответственность. Это все телодвижение. Вы сами прекрасно понимаете, эти материалы судья не будет рассматривать. Они не имеют юридической силы. Почему? Для гражданского иска? Мы сейчас говорим про уголовное дело. Я вам еще раз скажу так, что мы, конечно, получим, и я, скорее всего, скажу Ане, не надо обжаловать ваше постановление об отказе, которое следующее будет. Да? Только с какой целью? Чтобы лишний раз вам показать, насколько вы, я прямо скажу, убогие в плане юриспруденции, потому что вы не знаете элементарных вещей. Чтобы суд вынес частное определение и сказал, что здесь нету гражданско-правовых отношений. И чтобы это дело все-таки к вам вернулось, и все-таки под прессом прокуратуры, судебного постановления вы возбудили уголовное дело. И потом посмотрим, как вы будете его расследовать. Потому что я вам еще раз говорю, что человек, заведомо зная, что он не собирается никакие ремонтные работы проводить, приходит, снимает заведомо исправную запчасть, дальше ее удерживает и вымогает деньги. Потом начинает говорить о том, что там проводился какой-то ремонт. Мы выясняем, что никакого ремонта не было. Он говорит сначала одни слова, потом говорит другие слова. Он уже сам заврался, понимаете? А вы заплатили ему или нет? Нет. Еще ничего не платили? Он вымогает деньги с меня и не отдает мне деталь. 8500, да?
8500. Так, понимаете, 8500 это копейки, вопрос не 8500. Нет, я просто уточню. Я потому что, я понимаю, он подбивает под стоимость договора, что 10 тысяч, что типа, если договор заключен на сумму меньше 10 тысяч, он может быть устным и тому подобное. Но там существенный вред там, до 5 тысяч, мы знаем, да, значимый, то есть часть вторая, чтобы не попадала 159 статьи Уголовного кодекса. Потому что, на мой взгляд, здесь не может рассматривать органы дознания, участковые, там, потом дознавателям предавать на принятие решения о возбуждении уголовного дела, либо об отказе. Это другой орган рассматривает, следствие. Следователь должен принимать решение по части 2 статьи 159. Я понимаю, но вы записали сейчас прямо к начальнику дознания. Я понимаю, я просто объясняю, что выяснив определенные обстоятельства, а именно существенность ущерба для моего доверителя, мы прекрасно знаем, сколько сейчас стоит холодильник. Даже работу они оценили, там, условно говоря, 8 тысяч, хотя в примечаниях к соответствующей статье Уголовного кодекса сказано о том, что, как говорится, существенным считается сумма, которую человек сам считает существенным, но не менее 5 тысяч, понимаете? Ну ладно, мы сейчас разговариваем, тут вопрос не квалификации, первая, да, вторая поэтому часть. Поэтому я хочу обратить тут внимание, вообще уголовного внимание дела. Что оснований достаточно для возбуждения уголовного дела, потому что наше заявление, более того, мы уже собрали уже даже больше сведений для того, чтобы вам возбудить уголовное дело. Пожалуйста, возбудите уголовное дело, допросите потерпевшего, допросите в рамках уже показаний сотрудника сервисного центра, который даст вам показания, что он не ремонтировал, что к нему Галимов не обращался с данным вопросом. Он в принципе не ремонтирует холодильники такого типа, как он нам пояснил. Никакие работы не проводились. Изымите, наконец, найдите эту плату, если она вообще сейчас в природе существует, если он ее никуда-то не продал, не загнал за какие-то деньги. Проведите экспертизу, установите, вообще какие-то работы над этой платой делались, а если делались, где и кем, и почему они делались. Да, вы правильно заметили, мы не специалисты. Ну, извиняюсь за выражение, я вот как мужчина, я могу отличить, скажем так, исправный холодильник от неисправного, даже специалист, который по ремонту холодильников, он нам прямо сказал, что как бы, ну это не, ну, не там ничего не ломалось, это просто перемерз холодильник. И вот Анна вам рассказывала, что в первый день они пришли, сказали, нужно разморозить холодильник. Холодильник не успел разморозиться, но он не дождался, как разморозится холодильник, в ее отсутствие, в Анны отсутствие, снял эту плату и уже как по факту ее поставил в известность. Более того, Анна обратила внимание, нам не надо ничего ремонтировать, нам нужно только обозначить стоимость. Стоимость обозначить. В смысле, не надо ремонтировать, вы же вызвали его, чтобы он... Я его вызвала на диагностику для того, чтобы принять решение, мне его ремонтировать или новый покупать. Можно попозже? В этом-то и загвоздка, понимаете, то, что они любыми способами пытаются втереть свои доп. Работы, работы, которые не проводили, работы, которые якобы проводили. Вы понимаете, что человек вызвал мастера, чтобы он сказал, исправен холодильник, не исправен, если не исправен, сколько будет стоить ремонт. И дальше начинаются танцы с бубнами. Вот надо то, надо то, надо посмотреть, надо то, 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 а вот надо снять там то-то, надо вот экспертизу там, ну, то есть вот это вот целое движение. Разговор с ними тоже записан. Все записано. И он все объясняет, что он действительно меня неправильно понял, ну и так далее. Или не то, что он неправильно понял, а то, что ну, где-то у них там что-то произошло не так, и, в общем, он, в общем-то, и не отказывается от диагностики, он, в общем-то, за ремонт мне заплатите, потому что я его сделал. На что а он я ремонт говорю, не делал. Не надо мне ремонта, он мне угрожает, что он сейчас все перепаяет обратно и вернет мне деталь в испорченном виде. То есть намеренно, умышленно навредив моему холодильнику. К сожалению, без платы мой холодильник, он не ремонтируем в принципе. Невозможно подобрать плату. Плата прошивается индивидуально под каждое оборудование. Холодильник без этой платы это груда металла, который просто должен, ну, выкидывается. Покупается новый холодильник. То есть по факту он украл холодильник сейчас у меня. Поймите, что у них такая методика.
Именно этому их обучают в течение 3 дней. Вот эту контору проверьте. Проверьте, у нас есть прям распечатка вот этой инструкции, прям там написано, как, прям инструкция написана, как обманывать людей. Вы понимаете, в открытую показывают, как обманывать, они обучают людей обманывать. Не как ремонтировать холодильник. Он уверен на 200%, он не мастер. В лучшем случае он знает, где какая запчасть находится в холодильнике, как он работает, как устранять неисправность. Он ничего не знает. Он молодой парень, явно он не имеет никакого образования технического и тому подобное. Это кто-нибудь проверял? Ему сказали, приходишь на квартиру, лапшу на уши вешаешь, такие-то слова говоришь, вот по скрипту, по вот этой инструкции. Снимаешь вот так, там-то такую-то плату и пропадаешь. Все. А дальше они наши товарищи, бабки заплатят по-любому. И потерпевших таких очень много. И очень много людей, которые в конечном итоге заплатили им деньги. Им вернули там эту плату и тому подобное. Кому-то не вернули. А кому-то не вернули. Посудомойку новую. У нас есть эти люди. Так самое интересное, послушайте, я сейчас закончу. Они вернули эту плату, якобы поставили, но оно опять ничего не работает. И они потом повторно в наглую начинают деньги вымогать. Типа за новый ремонт. А, ну это значит не эта запчасть была сломана. Давайте другую починим. И это может продолжаться вечно, пока у человека либо деньги не кончатся, либо он не поймет, что его как лоха разводят. Понимаете? А вы говорите, да это договорные отношения, это все нормально. Да это грубое мошенничество, наглый обман людей, кидание на денег, под видом оказания каких-то услуг. Нет там никаких услуг. Проверьте деятельность этих людей. Хотя бы один холодильник он лично починил, да я уверен на 200%. Он отвертку-то не знает, как держать, кроме как вот плату где скручивать. Все, ничего не умеет, не знает. Он это прямо говорит там по телефону, когда мы под запись это все разговариваем. Он говорит, а я, говорит, ты не специалист. Я, говорит, не понимаю этого. Но при этом, говорит, я, говорит, самозанятый. Проверьте, он зарегистрирован в качестве самозанятого. Он платит налоги. Хоть по одному договору, который он якобы заключил устно и получил деньги, он заплатил налоги. Тогда он, может быть, занимается незаконно предпринимательской деятельностью. Это отдельная уголовная статья, я вам открою секрет. И не надо путать разрешение, лицензию и заниматься разрешением быть предпринимателем, чтобы оказывать это, услуги по ремонту. Человек, который занимается оказанием платных услуг, то есть предпринимательской деятельностью, и не зарегистрирован в качестве предпринимателя, он занимается незаконной деятельностью. Есть уголовная статья. Вот я на данный момент не являюсь индивидуальным предпринимателем, у меня нет ООО, но сейчас есть налоговый режим, который позволяет мне оказывать данные услуги в качестве самозанятого. Есть определенные требования. Вот этот гражданин не имеет права оказывать данные услуги, которые он заявляет, в качестве самозанятого, потому что он их лично не выполняет. Он просто занимается посредническими услугами. Он снимает имущество чужое, ну, по сути, изымает его на обманным путем, а потом вымогают деньги. Деньги не платят, ну, по крайней мере, есть дорогостоящая плата. Я уже не знаю, что они с ними делают. Ну, хотя бы установите, где эта плата. Где эта плата и в каком она состоянии? Если она утрачена уже, тогда тут уже есть и признаки хищения имущества. Не только мошенничества. Есть мастера, которые за ними приходят и переделывают их работу. Да, мастера. И они в том числе предоставляют нам контакты тех людей, которые пострадали от этого Галимова. У нас эти люди, ну, как бы с нами на связи, они тоже хотят привлечь Галимова к ответственности и вернуть свои деньги. Один человек посудомойку вынужден был новую купить, потому что ему так и не вернули плату от посудомойки. Вторая женщина холодильник была вынуждена купить, потому что тоже с платой так и не получилось. И плату они ей ремонтировали, и фреон они ей меняли, и конденсатор, компенсатор, это все они там ей меняли, развели ее на 37 тысяч рублей. Это будет, ну, не мы одни пострадавшие. Если нужно, мы вам в списке дадим людей, которые пострадали. Вы их также дополнительно допросите. Мы сейчас говорим только о конкретном человеке, как Галимове. Только о нем говорим. Понятно, что там многих людей обучает эта контора. Это организованная, на мой взгляд, это преступная группа, которая занимается на федеральном уровне вот этим мошенничеством.
И когда мы, получается, такие препятствия видим, мы понимаем, что там кто-то кому-то в кабинет заносит, потому что их крышуют на данный момент. Понятно, что Галимов там никто. Он рабочий, которого наняли, обучили, как обманывать, а крышуют там совсем другие люди. А может, он скрывается от чего-нибудь? Он же во Владивостоке прописан. Ой, в этом, в Волгограде. Может, ему повестка пришла, а он здесь, в Мурманске, работает, деньги зарабатывает. Мы вообще про него ничего не знаем. Вы поймите, вот это все, что, чтобы все выяснить в рамках 10 дней, которые дается на, скажем, проверку, не установить. Более того, это не делается так. Оснований для возбуждения уголовного дела предостаточно. Есть и потерпевшие, есть и факт изъятия чужого имущества. Подождите, смотрите, можно я, я долго вас слушал. Да. Вы утверждаете, что достаточно фактов для возбуждения уголовного дела, да? Орган дознания считает, что недостаточно. Прокуратура считает, что недостаточно. А что вы еще хотите? Что вы... Я просто к тому, что, то есть считаете, что достаточно только вы. Вот прокуратура конкретно прописала, что необходимо для возбуждения уголовного дела. Провести дополнительную процессуальную... Потому, что вам сказала прокуратура. Провести дополнительную процессуальную проверку, чтобы установить, действительно ли это гражданское правовое отношение, либо здесь имеет место факт мошенничества. Давайте мы проведем эту проверку дополнительную и примем законное процессуальное решение. Так проведите. Хорошо? Проведите. Я вам обозначу, что 13 ноября материал поступил к нам из прокуратуры с постановлением об отмене постановления об отказе возбуждения уголовного дела. В настоящее время проводится проверка. Срок ее окончания 12 декабря. До 12 декабря все предписанные у нас мероприятия будут проведены и решение будет принято. Хорошо? А что, чего еще недостаточно для возбуждения уголовного дела, по-вашему? Вот вы говорите, этого всего недостаточно. Вот вы нас выслушали долго, да, как говорите? Во-первых, нам необходимо было получить заключение, которое вы нам только сегодня предоставили. Вот прямо сейчас предоставили. А что предприняли для того, чтобы получить это заключение? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не занимался этим материалом проверки. Потому что никто ничем не занимался. И у меня не было в подразделении этого материала. Я говорю, вы записались на прием к начальнику отдела дознания, не к начальнику участковых уполномоченных, где проводится эта проверка и его сотрудниками. Он в этом месяце не принимает. А на следующий месяц еще нету расписания. Поэтому мы написали заявление, чтобы нам с ним встретиться. У нас тоже есть регламент, поэтому да. К сожалению, это так. Поэтому давайте мы проведем проверку дополнительную. Сотрудники проведут. Я так понимаю, придут материал по факту уже либо принимать решение в отдел дознания, либо в орган предварительного следствия. Там уже будет принято решение по существу. А чего еще не хватает? Вот вы Нам опросить надо Илью, опросить сотрудника со Шмидта 17. Да, вы же сами даже просите, чтобы мы это сделали. Да у нас видео есть. Вот я сколько вам раз говорю, возьмите у нас видео. Можно договориться. Что нам ваше видео? Вот сейчас тоже снимайте видео. Угу. Это не будет никаким доказательством. То, что он там пробурчал вам, а потом придет сюда и будет совершенно другие. Четко пробурчал. В общем, давайте мы все-таки установим, где там у нас этот модуль находится. Может быть, он там лежит на Шмидте 17, надо просто доехать его забрать. Да нету его там. Значит, наверное, нам сможет Сергей или Илья пояснить, куда они все-таки его дели. Из того, что я сейчас прочитал объяснение этого Сергея, я пока не понимаю, где этот модуль. Вот честно. Этот модуль находится у него. В последний раз, когда он ко мне приходил и пытался его установить, не представляясь передо мной, как некое лицо, некое, я такой Сергей, но я ничего не расскажу вам о себе. Я его не пустила к себе домой, потому что я просто боюсь его пускать к себе домой. Я не знаю, что он еще сделает. Он приехал не один. Он приехал не один. Документы мне не дает. Полицию ждать отказался. Вы смотрите, вы же сами согласны с тем, что изначальное решение, которое принял сотрудник участковых об отказе возбуждения дела, что оно незаконно. Потому что проверка проведена не полностью. Вы же согласны? Кто-то понес наказание за это. Мне просто вот так это интересно. Вот можно это говорить тысячу раз. Говорить, это не я, это он. Вот нас все посылают. На этот вопрос я не смогу ответить сейчас, потому что я не владею такой информацией. А надо, чтобы нам сказали, извинились, сказали так и так. Вот была недостаточная проверка. Смотрите, сейчас у нас, да?
Я обозначил срок. До 12 декабря материал проверки у нас, соответственно, ну, его срок. На декабрь месяц вы можете спокойно, когда уже будет сформирован график приема граждан, записаться. Там будет в любом случае либо начальник участковых, либо его заместитель, записаться к ним на прием, также прийти и попросить вас, ну, уведомить о том, какие мероприятия были проведены и какое решение, соответственно, планируется. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, кто проводил проверку первоначальную по материалам? Вот должность, фамилия этого человека. Ну, у вас же есть объяснение и постановление. Вот ну, этот человек человека проводил. Специально под видеозапись, чтобы задать следующий вопрос. Старший участковый уполномоченный отдел полиции номер 3, майор полиции Бурчанов АА. Бурчанов АА понесет ответственность за то, что он некачественно провел доследственную проверку? Я не отвечу на этот вопрос. А кто ответит? Наверное, его руководитель. Вас можно попросить, все-таки, с учетом того, что выяснилось, написать рапорт о том, чтобы провели служебную проверку и привлекли данного товарища к ответственности за некачественное, ну, исполнение. Давайте я этот вопрос обозначу перед начальником отдела полиции. Если, ну, он рапорт, если он посчитает нужным, соответственно, рапорт будет написан. Нет, давайте вы напишите рапорт. А он уже, если посчитает нужным, он по вашему рапорту давайте отработает. Нет, знаете, почему я так говорю? Я понимаю, можно говорить, давайте, не давайте, да, но есть определенный порядок, да? Вот у вас принято уже устные вот эти общения, какие-то вась-вась, там неформально, на самом деле, вот это все. На самом деле, на первоначальном этапе, вот как сейчас, получено всего лишь два объяснения. Я согласен с этим постановлением об отказе. Как начальник отдела дознания, я согласен полностью с тем, что в настоящее время это гражданско-правовые отношения. Какие отношения? Гражданско-правовые отношения. А на основании чего? Ну, на основании двух объяснений, которые имеются в материале уголовного... Ой, материал, то есть я сейчас... Проверки. Послушайте меня. Подождите, дайте договорю. Других материалов там не предоставлено, послушайте, к сожалению, ни им, ни вами. Это всего лишь два объяснения. И любой другой сотрудник, да, полиции принял бы аналогичное... Можно, знаете, что сделать в туалете? Можно я договорю? Принял бы аналогичное. А можно вас перебить? Нет, подождите. Хорошо, он бы я принял, вас послушаю, он бы принял бы... Я просто вас очень долго слушал. Я вот, ну, минут пять вы монолог вели, да, можно я тоже скажу. Но вот. Получено всего лишь два объяснения за 10 дней. Какое решение мы еще можем принять? Эти доводы ничем не подкреплены ни вы, ни соответственно, ни он. Поэтому в тот момент это, наверное, было законное, принято. Решение. Вы сейчас оправдываете Бурчанова, правильно? Анна, сейчас оправдывает, соответственно, и всех оправдывает. Соответственно, понятно. Вы предоставили сейчас заключение. Прокуратура вам предписала конкретно, что вот, да, действительно, рановато мы приняли решение окончательное. Надо провести дополнительную проверку. Вот давайте мы ее проведем и примем правильное решение. Вы считаете, что вот это вот все должен проходить каждый гражданин, который обращается в полицию? Обращаться к Владимиру Мамаеву, чтобы он насмех поднимал все отделение полиции, чтобы он ходил и вот с этой вот камерой, и вот этим вот микрофоном вас тыкал. Вы считаете сейчас, что вот это единственное правильное решение для того, чтобы вот сейчас вы мне сказали, что да, действительно, эта проверка была проведена плохо, и Бурчанов... Как? Объясните мне сейчас абсурд. Готовы объясните. Выслушать? Давайте слушаем. Вам нечего сказать? Нечего сказать. Ну, вы сейчас просите меня, что сделать? Привлечь Бурчанова к ответственности? Я прошу от вас логического мышления, понимаете? Вы мне сейчас говорите, основание для отказа возбуждения любого уголовного дела, объяснение подозреваемого, потенциального или обвиняемого. То есть я сейчас выхожу на улицу, подхожу к бабушке, отнимаю у нее сумочку и говорю, у нас гражданско-правовые отношения. Ну вы вообще приводите совершенно столько разные примеры. Вы сами услышите себя. Я вам еще раз говорю, вам заявитель говорит, меня убийство, кинули. Убийство, грабежи, так еще потому, что-то. Чтобы ну, вам наглядно какие-то было, утрирую, но я вам говорю, что заявитель говорит, меня кинули. Вымогаю деньги, а вы говорите, объяснение, вот товарищ гражданско-правовые ладно отношения, договор где? Анна Анатольевна, я вам сейчас все подробно объяснил. Да, что с Владимиром Владимировичем вы разговариваете. Что мы будем делать дальше? Скажите. Вы понимаете, что холодильник украли не у меня, у одной, у моих двух несовершеннолетних детей, которые не могут кушать мороженое. Я не могу им заморозить там курочку. Я не могу ничего им сделать. Я вынуждена жить в магазине.
А то, что я им приготовила вкусную пюрешку, кашку и молочко купила, у меня замерзает за ночь за окном. Вы вот это понимаете? Вот это вот гражданское процессуальное отношение, когда Галимов ходит дальше и обманывает всех жителей нашего города, вы мне говорите, что между нами договор. Он может точно так же везде ходить. Ходи, Галимов, тебе за это ничего не будет. Анна Анатольевна, я вам подробно объяснил, какие мероприятия мы планируем провести. Давайте мы их проведем и примем окончательное уже решение. Хорошо? То есть, знаете, получается, мы сейчас опять поговорили ни о чем. Вот у нас было подано заявление, письменное. Вот мы одни из тех людей, немногих, которые обращаются в инстанции письменно, как положено по законодательству. Так вот, законодательство вас обязывает в установленные законом сроки давать письменные ответы. Мы не должны здесь обивать пороги и говорить, позовите начальника, какое принято решение по нашему заявлению. Письменно перед нами отчитайтесь, пожалуйста, как это требует закон. Вы не получали постановление об отказе? Да мы выбивали его. Подождите, Анна, не перебивайте меня. Не надо вот это ерзать, мы сейчас вот эти в шашки не играем с вами. Мы подали заявление ознакомиться с материалами доследственной проверки. Где ответ? Где кроме устного бла-бла-бла Панфиловой, Бухарова, вы сейчас говорите, ссылаетесь там персональные данные. Напишите это! Напишите это! Мы ваши устные ответы со ссылкой. Послушайте меня. Я не знаю, кому вы писали, кто вам давал ответы, какие ответы. Ко мне ни одного вашего ответа не поступало. Я поэтому не могу. Вам необходимо время подготовиться для того, чтобы провести вторую беседу. Мы готовы, ради бога, мы будем сюда приходить, пока это, не получим конкретный результат. Насколько конструктивна будет эта беседа? Мы когда сюда поднимались, я вам сразу сказал, что нам не нужна беседа, нам нужен результат. Я вам сказал, результат будет после проведения дополнительной процессуальной проверки. Первый вариант результата, это возбуждено уголовное дело, мы сидим спокойно, ждем, когда оно будет расследование, потом в порядке уголовного дела заявляем свои гражданские требования. А если дело не возбуждено, то мы получаем необходимую информацию и обращаемся в нужный нам суд, и там защищаем свои права в гражданском порядке. Но понятно, с такой перспективой, чтобы все равно вернуть дело сюда и чтобы возбудили уголовное дело. Потому что я не усматриваю здесь гражданско-правовых отношений, потому что он говорит о том, что есть договорные отношения, а Анна говорит, что нет договорных отношений. Когда такие есть разногласия, значит, пожалуйста, давайте смотреть по факту. По факту он изъял чужое имущество и не возвращает, удерживает и требует деньги. Это по факту. Более того, по факту он нас неоднократно обманывает. Он по факту неоднократно скрывает свои данные. Мы не знаем, кто он, как он. Мы только вот недавно узнали, что это Галимов Сергей. Сергей. Сергей Сергеевич. Мы узнали, как его зовут. Вы требуете, чтобы мы нарушали закон, чтобы мы занимались установлением его персональных данных каких-то, личной жизни, там проводили расследование как-то незаконно, да? Вы это к этому нас толкаете? Да мы можем узнать, где он живет. Мы можем прийти и решить с ним вопрос по-другому, не по закону. Вы к этому нас подбиваете? Я вас ни к чему не подбиваю. Так тогда сделайте по закону. Чтобы нам не нанимать тех людей, которые решают не по закону вопросы. Зачем вы этим занимаетесь? Вы провоцируете людей на самоуправство, на совершение каких-то незаконных действий. Почему вы не отрабатываете, как положено? Вы нас обвиняете, а где же была раньше экспертиза? Да не мы должны этим заниматься, вы должны этим заниматься. Объяснения брать, экспертизы проводить в рамках до возбуждения уголовного дела и так далее. Зачем вы нас упрекаете, что мы приходим в выходные, там в какое-то время? Нет. Да мы можем в любое время прийти, в то время, когда у вас назначено. Мы пришли и пришли. Зачем нас обвинять, что мы пришли в субботу? Что здесь мы непонятного говорим? Я вам объясняю, что материал проверки, чтобы действительно был конструктивный диалог. 2 месяца прошло. Я задал простой вопрос. Будет наказан тот участковый, который довел до этой ситуации? Вообще, вы кого-нибудь наказываете? Вот я сейчас Константина спрашиваю, ну вас наказали за предыдущее то, что было? Говорит, ну проводится проверка. Сколько она будет проводиться? Месяц-два, а потом похерится, да. А я специально еще под видео ему сказал, я хочу узнать результат, накажут его или нет.
Да, Панфилова написала рапорт. А вы говорите, я сначала с начальником поговорю, а потом я пишу, решу, писать мне рапорт или нет. Да так не делается. Вы пишете рапорт и все. Вы, а дальше начальник уже примет решение, считаете, наказывать своего подчиненного или нет. Если вы считаете, что участковый принял незаконное решение, и у вас имеются к нему какие-либо жалобы, вы можете написать. А у вас все нормально. Вы считаете, все нормально. Вы сейчас жалобы, только что сказали которая, о том, что будет он нарушил. Но. И при этом говорите, вы пишите, если вы считаете нужным. А вы-то считаете нужным рапорт написать или нет? Я считаю, нет. Нет. Вот Анна, услышали мы. Мы прекрасно потому что вас услышали. Потому что на момент проведения проверки, на 10-е сутки, он принял то решение, которое возможно было принять. К сожалению, ничего в материале, кроме двух бумажек, нет. Какое решение еще? УПК дает конкретное время. В общем, я вам объяснил, какое мероприятие, какие мероприятия будут проведены. Вопросы ко мне есть? Ну, еще поживем, какие-либо? Давайте еще посмотрим. Ну, сроки я вам обозначил. Службу подразделения, которая будет проводить проверку, я вам обозначил. Ко мне еще есть вопросы? Вот смотрите. Касаемо материала проверки. У меня к вам личный вопрос. Вот впереди Новый год. 12 декабря вы говорите, что вы закончите только проверку. До 12 декабря я точно буду жить без холодильника. У меня вчера было ребенку день рождения. Я не смогла приготовить салатики. Я не смогла купить большой торт. Просто по той самой причине, что мне негде хранить это все. Так вот на Новый год, по вашей причине, и вы тоже будете виноваты в этом, что у меня не будет салатиков, утки, яблоков. Я не смогу детям приготовить что-то сладкое, тортик купить, шампанское охладить, если только заморозить. Я не смогу этого сделать. Просто потому, что у вас сроки, у вас никто не виноват, у вас ни на кого нету управы. У вас счастливая жизнь. У вас наверняка дома холодильник, дети счастливы и кушают мороженку. Настя, можешь покушать? А мне номер-то можно брисовать? А у вас все хорошо. У вас все замечательно. К вам ничего не поступало. Вас до вас ничего не доводили. Вы живете, у вас тут, наверное, вот своя радостная обстановка. А проблемы там чьи-то с холодильником? Нет, поверьте мне. У нас совершенно нерадостная обстановка. А, получается, моя не такая нерадостная, как остальные нерадостные. У нас очень много тоже и личных проблем, и служебных проблем. Если вы думаете, что сейчас в отделах полиции прям шоколадная жизнь, вы далеко заблуждаетесь. Я не буду вам рассказывать о некомплектах, о нагрузках. Вам это совершенно неинтересно. Вас интересует конкретная ситуация по вашему вопросу. Я хочу от вас, чтобы вы делали то, Анна что вы должны делать. Вы пришли ко мне сегодня на прием. Я вам объяснил, что мое подразделение и мои сотрудники не проводили эту проверку. Вы рапорт напишете? Я напишу рапорт, передам его начальнику отдела полиции. Спасибо. Вот я надеюсь, что хотя бы... Но я сразу вам скажу, что какое там будет решение. Это не важно. Да, давайте... С вашей стороны должно быть, вы сейчас при беседе с нами выяснили, что было упущение. Вот пускай начальник сам их наказывает, либо поощряет, как угодно. Это он пускай сам разбирается. Но замечание очевидно, оно выявлено, и рапорт должен быть написан. Вот как Панфилова написала, понятно, что там никого не накажут. Я понимаю, что у вас есть проблемы, но я так понимаю, у вас проблемы не то, что там у вас там кого-то не хватает, да? А то, что вот мы такие есть. На самом деле у нас очень много не хватает. Я знаю, что много не хватает. Поэтому... Просто подумайте о людях, мы все живем в одном городе. Вот правда, как в тех самых триллерах, когда вроде не думал, что тебе этот человек может быть нужен. Вы понимаете, что вот этот человек, вот этот Галимов Сергей, там его это, они смеются, в глаза смеются. Они говорят, да кто там они, нас накажут, они смешите. Да вы он мне прямо на видео говорит, на этом, на аудио говорит, да вы хоть Владимиру Владимировичу Путину пишите. Да? Ему наплевать. А женщина, которая ходила и тоже вот тут шевелила вопросы с ответственностью этого Галимова, ей сказали, что у Галимова у этого связи в Москве.
его оттуда, там кто-то у него в каком-то... Ну, скорее всего, не у Галимова, а той конторы, которая их нанимает. Не знаю, точно она говорит, что до этого Галимова не достучаться, у него кто-то в Москве. Ей прям кто-то с полиции сказал, она говорит, мне тут никак, я не могу сказать, это мне там вот сказали через 55-е колено, там, племянник там, сестры какой-нибудь. И я все, я плюнула на это все, и я больше этим не занимаюсь. 37 тысяч она отдала, и все. Многие люди просто опускают руки, потому что понимают, когда вот сталкиваются с вами, имеется в виду, с полицией, что ну вот просто непробиваемый. Вы понимаете, мы написали заявление, приходим по истечении всех возможных сроков, говорим, спрашиваем, что с нашим заявлением, потому что нету письменного ответа. И нам знаете, что говорят? Пишите заявление! На каждый вопрос пишите заявление. Такое ощущение, проще сам с собой прийти, там, я не знаю, где-нибудь, сесть на кухне и писать себе заявление, и в урну выбрасывать. Написал в урну, написал в урну. До посинения можно писать. Почему нету ответов, письменных ответов? Да не может такого быть. Ответ, ну как есть, не может быть? Ну, Анна, просто, вы получали ну, просто, ответ на ну, ваше подождите. Заявление, в котором вы просили интереса. Ознакомиться с материалами проверки? Вы когда постановление получили об отказе возбуждения уголовного дела? Вас, ну вот. Это пришло по почте очень-очень поздно. Ну, уже когда мы обратились потому, в прокуратуру. Так потому что, к сожалению, поверьте, у нас с этим очень строго. И отправляется все у нас в срок. Там причем нарушение прокуратура выявила, направила ваш адрес, чтобы вы исправили это. Ваш, не в смысле ваш, а ну вот смотрите, полиции, решение принято 25 сентября. Эта дата была позже поставлена. Изначально постановление мне показывали его без даты. У меня есть копия этого постановления без даты. Ну вот смотрите, да, вот. Канцелярия отправляет. Само просто 26. Ну вот смотрите, да, вот вам уведомление 26 сентября. Вот оно, без даты и без всевозможных вот этих подписей. Постановление ну, об отказе. Начальник невидимо, ну, потому что он, его ну, и не было. 25 сентября-то стоит подпись, стоит, потому что здесь ручка непростая. Но вы условно, когда вы это получили? Я найду это письмо, я поняла, что... Но я понимаете, у нас отправляется все срок. У нас с этим очень строго, и поверьте мне, вот за это у нас наказывают. Я вам сколько раз обращаю внимание, что речь не о постановлении, которое мы получили. Поэтому, скорее всего, когда вы обращались к нам с уведомлениями, что да, там, ну, что вот прошу там то-то сделать, прошу об этом сообщить, они также рассмотрены. Смотрите, да, и вам направлены все. Просто, наверное, до вас они еще не дошли. Потому что, ну, у нас, к сожалению, почта работает не очень быстро. Я просила по электронной почте, и возможно было. Ну, вот здесь электронная почта не указана, вот, к сожалению. Поэтому, видимо, вам и не отправили. Потому в материалах дела есть ответ. Указали, то... Ответ на наше заявление ответ. Об ознакомлении с материалами проверки. Нет. Слушайте, ну здесь этого нет, но его и нету. Его и нету, потому что нам кроме устного, вот, потому было, что никто не хочет подписаться об отказе в ознакомлении нас. Потому что хотят нам подсунуть и распишитесь, что вы ознакомились, понимаете? Я знаю, как это делается. Вот прокуратура, я написала в прокуратуру, что дайте ознакомиться с вашими материалами. Оно тут же написало мне письмо, пожалуйста, приходите в это время, тогда-то, тогда-то. А от вас, после того, как вам ушло заявление, пожалуйста, дайте ознакомиться, ничего не было. Вышел Бухаров вы последний день. Вы по электронной почте отправили, да? Нет, не по электронной, все на официальный сайт УМВД. Все, нет, я имею в виду, что вы получили по электронной почте вот это вот уведомление, да? А от прокуратуры? Да. Да, я с ними только по электронной почте. Ну, по электронной почте быстрее, конечно, я согласен. Так и вы имеете такое право по электронной почте со мной переписываться. И я вам это право даю, свое согласие, ответить мне на какую-то электронную почту или по номеру телефона. Но никто не звонил и не писал. Да, ну просто видите, к сожалению, не указал здесь электронную почту, поэтому канцелярия и не отправила. Поэтому они отправили только по почте. Нас интересует, ладно, просто есть ответ. Я не могу, вот у меня в материале, этого нету, правильно? Да, значит, ну, я его нет, раз нет материалов дела, да? Его нету, но он должен быть. Должен быть либо отказ ознакомления с материалами дела, либо мы должны быть приглашены и ознакомлены, без нет, каких-либо эти, ограничений. Эти ответы все, которые, они списаны во входящую обращение. Это совершенно они должны здесь находиться, они находятся ну, у нас в другом, но они находятся в другом накопителе. Здесь и не будет этого всего. Да, будет там, что вы мне рассказываете. Вопросы еще есть ко мне, скажите, пожалуйста.
Мне кажется, мы с вами все подробно. Можно ли побыстрее все это сделать? Чтобы не до 12 декабря вот это все затягивать, а хотя бы, чтобы вот в Новый год у меня был либо старый холодильник, либо новый холодильник. Мне надо понимать, что мне делать. Я правда не могу перед детьми, мне стыдно. Потому что Ане нужно принимать решение, покупать новый холодильник или нет. Либо все-таки этот Галимов вернет эту плату, не просто подсунет под дверь, бросит, да, как он мне по телефону сказал, я сейчас типа ей подкину, там прям аж побежал. А придет, установит при моем присутствии эксперта. Мы посмотрим, что он за плату принес, левую, не левую, сломанную, не сломанную и так далее. И холодильник заработает. Потому что холодильник работал, он работал. Он только там, как, верхнюю часть, да, не морозил. Да, он не нагнетал из-за льда прохладный воздух наверх. Он морозил, он нормальный, исправный. И эта экспертиза подтверждает, что он исправный. И эксперт организации, вот это лидер-сервис, он как бы дает свое согласие прийти в момент установки и подтвердить работоспособность холодильника. Холодильнику нужно было просто разморозить. Ну, видать, что-то там сроки, может, автоматически не разморозка не сработала. Ладно, мы уже это все обсудили. Еще вопросы есть? На данный момент у меня вопросов нет. У вас есть? А можно ли понудить, например, участкового к тому, чтобы он согласился с Галимовым и не затягивать вопрос установки платы там до решения суда, а чтобы он эту плату поставил, а мы уже вот это вот все, вот это вот потом разбирали бумажную волокиту. И там, скажем так, можно вот это сделать? Потому что я не могу ему позвонить, угрожать, там, ну-ка поставь, иначе я там что-нибудь тебе. Давайте мы сначала разберемся вообще, где эта плата, имеет ли она место быть вообще. Может быть, ее уже и нет как таковой. А, хорошо, если ее не будет, что мы будем делать? Анна, я, наверное, все-таки вам советую купить, ну, получается, новый холодильник. А где мне средства искать? Ну, это понятно, что где. Вот, кредит или как. Я не знаю, может, Сергей Викторович подскажет, где взять деньги. Может пойти тоже как-то вот. Еще конструктивные вопросы есть ко мне? Нет, но я вас сейчас как человека спрашиваю, что мне делать? Ну вы ко мне пришли на прием не как к человеку, а как сотруднику полиции. Вопросы еще есть ко мне? Ну, рапорт, давайте зафиналим. Значит, вы пообещали, что рапорт вы напишете. Да, рапорт мы подготовим, напишем, да. Да, какие-то там меры будут приниматься, либо не будут, но, по крайней мере, вы со своей стороны сделаете все необходимое. Я обратил ваше внимание на то, что для нас ущерб существенный, даже не обращая внимания на то, что как бы там группа лиц по предварительному сговору этим занимается мошенничеством. В любом случае здесь признаки с части 2 статьи 159. А это значит, что этим делом должны заниматься не орган дознания, а органы предварительного расследования. Соответственно, постановление либо об отказе возбуждения уголовного дела, либо возбуждение уголовного дела должен принимать не ваш подчиненный, а все-таки вы должны эти материалы проверки передать в следственный отдел. Вот я думаю, что вы нас тоже услышали, что ущерб существенный, что на данный момент Анна вынуждена, я вот из-за отсутствия денег в этих условиях, скажем так, жить. Она и ее семья. Ну, больше 100 тысяч холодильник стоит сейчас тот, с которого он у меня снял плату. У меня нет таких средств, я сейчас не располагаю в свободном доступе пойти и 100 тысяч выбросить. Анна, касаемо процессуальной проверки, у вас еще есть ко мне вопросы? Есть пожелания, не знаю, есть у вас данные, запишите мои данные. Ну, в принципе, эти видео есть в открытом доступе, но я вам исходники предоставлю нашей беседы с мастером на Шмидта 17. Шмидта там, да, 17? На Шмидта 17, где он говорил о том, что Галимов никакие средства, никакую плату ему не приносил, он ему звонил, то есть он его знает, все. Более того, я с этим. Ну, как бы разговор велся. И есть многие разговоры, которые также записаны у меня с Галимовым. То есть эта информация, которая была дана. Вы можете записать все эти видео на компакт-диск, принести, мы обязательно приобщим материал проверки. Вот, я понимаете, почему задал вопрос? Обращаю внимание, и всегда, когда я пишу заявление, что пишу, что велась видеозапись непрерывно по требованию предоставлю. Я вас обращаю внимание также под видеозапись о том, что у меня есть этот материал, он существует. Хорошо, предоставьте его.
Мы приобщим вам обязательно материалы вот, проверки. Да, сделайте это официально, запрос. Сделайте запрос. Запрос вам? Конечно. Вы же представитель, зачем запрос делать? Вы можете от имени товарищ участковый, Анны, хотя бы пускай ко мне по телефону позвонит и скажет: Владимир Владимирович, мы знаем, что у вас есть материалы, предоставьте нам оригиналы. Исходник. Давайте, потому хорошо, что я конечно, ему, соответственно, скажу, ссылки сброшу, можете скачать там-то, там-то разговор. Если вам на данном этапе нужны оригиналы, я вам предоставлю на компакт-диске. Не вопрос. Это лучше на компакт-диске, это будет более, по крайней мере, это будет как-то более интересно, чтобы действительно материализовалось именно в материале проверки. Это будет. Вот эта переписка, что предоставьте, а вы скачаете... Ну, это только затягивание. Ну, так положено, так оно... положено. Понимаете? Ну, смотрите, ну, хорошо, если так... Он делал какую-то работу, подожди, ну, вы просите нас официально. Вы просите нас ускорить. Официально я положу запрос в канцелярию. Официально. Чтобы... И тогда знаете, сколько мы будем ждать еще этого ответа? Вы получите этот запрос через 30 дней. Мы получим от вас ответ через 30 дней. Ну, хотя бы понимаете? Сказать, да? Так я и говорю, давайте, может быть... Ну, давайте, может быть, вы просто приобщите его и все. Вы можете также написать свое ходатайство, что прошу вас, материал проверки, приобщить то-то, то-то. Все. И мы приобщаем. Смотрите, я привык ваш компакт-диск делать действия, которые имеют результат. Так я вам пытаюсь. Вы сами да пытаетесь. Не надо пытаться, я вам еще раз говорю. Вы сами если усложняете, я вдруг затягивать этот процесс. Что-то там наделаю, кому-то принесу, выкинут мусорное ведро. Это совсем другая хорошо, ситуация. Я передам просто если человек чтобы скажет, вам Владимир Владимирович, запрос. Нам нужен ваш материал, предоставьте его, пожалуйста, да без проблем. А если я приду, и там будет Константин сидеть, либо там другой товарищ, который в прошлый раз, я буду с ними пререканием заниматься. В прошлый раз 2 часа, и позапрошлый раз 2 часа. Вам надо заниматься пререканием, вам надо взять заявление, отразить все, что вы хотите, передать его, его закуспировать и... И а все. Вы что хотите? Вот вы что больше, хотите? Вы ну, хотите вы... все-таки заниматься своей любимой работой? Так нет, вы, я говорю, вы приходите и говорите, что вы занимаетесь пререканиями. Зачем вы занимаетесь пререканиями? Нет, я не занимаюсь пререканиями. Вы, наверное, не смотрите мои видео, да? Нет, я не смотрю ваши видео. Обязательно посмотрите. Это как в качестве... я там даже прямо говорю на видео, что я эти видео снимаю для вас. Для вас снимаю, чтобы вы просто посмотрели видео, и не надо проводить служебную проверку. Ну, точнее, служебную проверку достаточно провести в виде, посмотреть просто видео. Не то, что Константин напишет в объяснениях, а просто посмотреть, кто устроил пререкание, в связи с чем оно было устроено, это пререкание. Просто интересоваться жизнью города, это же как бы непосредственно ваша область. Мы интересуемся жизнью города. Но в частных пабликах я не состою. Да не надо состоять, просто это не интересно. Смотрите и все. Еще вопрос есть? Нету. У меня нет. Хорошо.